Зима пришла в Екатеринбург, как всегда, без предупреждения, и как всегда, уже в октябре. Кто-то мог подумать, что регулярные снегопады вкупе с минусовыми температурами загонят футболистов основной команды «Урала» в тепло, под крышу футбольного манежа. Впрочем, перебираться на искусственный газон наша команда не спешит. Тренировки подопечные Вадима Скрипченко по-прежнему проводят на улице, на запасном поле СКБ «Банк-Арены». Агрономы клуба, а им стоит сказать отдельные слова благодарности, ежедневно поддерживают натуральный газон в приемлемом состоянии. Сугробы окружают игровую зону по периметру, однако на самом поле еще зеленеет травка. Ее футболисты нашей команды активно вытаптывают на протяжении как минимум полутора часов в день. Команда готовится к гостевому матчу против лидеров премьер-лиги, футболистов ЦСКА. Урал тренируется в полном составе. Травмированные ранее Эдгар Манучарян и Сергей Серченков приступили к занятиям в общей группе. Вернулись из расположения своих национальных сборных легионеры. Белой вороной на фоне остальной команды выглядит чилийский полузащитник Шмелей Герсон Асеведо. Единственный футболист, даже в холодную пору, предпочитающий утепленным спортивным штанам обычные тренировочные шорты. Чтобы подойти к матчу с одной из сильнейших команд России в отличной форме, а заодно и не замерзнуть, игроки все упражнения выполняют с почти максимальной отдачей и в интенсивном темпе. Причем в тренировках задействуют как белые, так и красные мячи. И дело тут не в банальной нехватке игровых снарядов, а в необходимости привыкнуть к мячам красного цвета. Погода в Химках, где в субботу Урал и сыграет против армейцев, может быть такой же непредсказуемой, как и на Уралмаше. И если командам все-таки придется играть в снегопад, екатеринбуржцы уж точно будут к этому готовы.